Доброе утро, Масяшечки. Ну что, вы в гостях у Таси. Я только что провела на втором своем аккаунте «Готовим дома» стрим, в котором мы вместе с вами готовили роллы и суши. И сегодня у меня на обед будут роллы и суши. И вот на том канале... Знаете, когда готовишь, очень хочется немножко поболтать о том о сём. Но немножко не получается, когда ты и готовишь, и болтаешь. Нужно заниматься одним делом. Или болтать, или готовить. Вот, поэтому я решила зайти на этот аккаунт, на свой второй аккаунт Dolce Vita, и немножко с вами поболтать о том о сём. Что хочу вам рассказать интересного. Очень много я смотрю в ТикТоке. Мне нравятся аккаунты, где есть очень полезная информация, где я могу для себя, сейчас выключу телевизор, что-то почерпнуть полезное и хорошее. И вот мне попался один молодой мужчина, который занимается голоданием, правильным голоданием. И вы знаете, настолько меня эта идея как бы захватила. Я вот так подумала, действительно, почему бы и мне не почистить свой организм. Голодание с целью чистки своего организма, перезагрузка. То есть, понимаете, сколько мы вот живем, да, мы же все время кушаем, кушаем. И не все из нас, как бы, пардон за подробности, выходит. Многое откладывается, забивается. Вот, как бы тема здоровья, она очень актуальна. Особенно после 50. Вот, поэтому, что хочу вам рассказать. Нужно правильно входить в голодание, то есть готовить себя, свое тело. Ну, то, что морально, это 100%. Ну, и также физически нужно правильно подготовиться к голоданию. Вот я как бы на этой неделе хочу немножечко попробовать подготовиться. Ну, морально, конечно, я готова. Я не знаю, на сколько дней меня хватит, но я хочу попробовать 7 дней. 7 дней проголодать. И, значит, очень важно также правильно и выходить из состояния голода. Ну, парень такой, он молодец, как бы очень все правильно, все очень доступно и интересно все рассказывает, делится своей информацией. Ну, вот я тоже хочу как бы поэкспериментировать, и на этом канале я буду снимать видео. Слава Богу, что я как бы не работаю, буду дома, вот, если мне там вдруг поплохеет, то в любом случае я как бы дома, не на работе, не в движении где-то, не... Ну, вы поняли меня, да? Вот. Я уже заказала, что мне для этого понадобится. Я заказала, значит, себе слабительные таблетки. Che bella bocca. Grazie mille! Привет, ого, и я бы хотела, но боюсь. Привет, Иришечка. Я не боюсь, я люблю экспериментировать. Вот, в общем, я заказала себе уже слабительные таблетки. Это перед тем, как ходить в голодание, за день до начала нужно пропить, чтобы очиститься немножко. И заказала себе, значит, как он называется, клизма на 2 литра.
Во время голодания нужно делать два раза в день клизмы. То есть полностью мы то, что как бы мы организм свой очищаем за счет того, что мы не будем кушать, но очень важно пить воду. Минимум 2 литра воды. Можно больше. То есть у каждого свой организм, он как бы индивидуальный, и вы сами будете решать, но не меньше 2 литров. То есть вода, она будет нам помогать сжимать наш желудок. Немножко будем обманывать свой мозг. Когда мы будем хотеть кушать, возьми стаканчик, выпей водички. То есть как бы идет посыл в мозг, что инстинкт. Ага, что тут у нас? А тут у меня выскочила такая эта самая штучка смотреть комментарии. Вот, идет посыл в мозг. Кушать человек хочет. Мы пьем водичку. То есть водичка попадает к нам в желудок, и сигнал идет в мозг, что все, насытились мы. Вот. Знаете, как бы рекомендуют, почему предварительно нужно почистить организм, то есть выпить слабительное, чтобы во время голодания не было головных болей. Потому что, понимаете, когда вы начинаете голодать, происходит интоксикация в организме. То есть выходит вся гадость из нас. Все токсины, все там полипы, которые существуют, все вот эти вот гельмины, всякие черви, которые в нас живут, а они живут в каждом из нас. Вот, все это, буду следить за тобой. Да, Ириш, следи, буду снимать каждый день видео. Конечно, хочу сказать, у меня не железная сила воли, но, допустим, если я чего-то хочу, я сама себе говорю, я выбираю вот это, потому что для меня это вот так-то, вот так-то. То есть я нахожу как бы не то, что там оправдание, а стимул. Ну вот смотрите, я 2 года назад бросила курить. И причем очень легко. Я сказала сама себе, я выбираю для себя быть здоровой. И все. Мой муж вообще, конечно, был в шоке. Он говорит, как так? Ведь зависимость же, все хотят, там трали-вали. Я говорю, ты знаешь, когда носим мне это немного. Ну, вообще, как бы это вообще рекомендуют начинать там 1 день в неделю, потом 3 дня, потом 5. Я хочу попробовать с 7 дней. Потому что 1 день в неделю, как бы я делаю разгрузочный, для меня это вообще не проблема. 7 дней, конечно, это такое хорошее будет испытание. Это такой, ну, стресс не для мозга моего, а для тела. Ну, вот хочу попробовать, вот прям хочу и буду пробовать. Посмотрим, насколько хватит. Я не уверена, что я прям так все смогу это сделать. Но я буду очень сильно пытаться. И, понятное дело, будете все следить за мной, и я буду все как бы записывать видеоотчеты. Вот, ну, очень хочется попробовать, потому что, знаете, я 6-й год живу в Италии. Здесь очень другой климат. Он тропический, и какие-то у меня тут непонятные аллергии появились. Если, допустим, раньше, ну, у меня там была аллергия, я не могла носить бижутерию, простые металлы. Мое тело принимало только золото и серебро. И причем не низшие, а высшие пробы. Если я там одевала сережки какие-то простые, да, у меня уши вздувались. Вот. Если там на шею что-то, какое-то колье или что-то я одевала, у меня все вот так сыпью выскакивало. Часы никогда не носила, потому что от соприкосновения к моей коже все меня обсыпало.
Вот. Потом как-то это все прошло. Вот. Вот и я хочу попробовать один день в неделю. Ириш, это очень правильно. Ну, смотри. Один день в неделю считается вот так правильно. Вечером, допустим, сегодня ты поужинала. Ну, скажем, там часов сколько? В 7-8, да? Вот. И пошел отчет твоих суток. То есть 8 часов ты последний раз поела, и потом ложишься, ну, там, занимаешься делами, ложишься спать, спишь. На следующий день, когда ты просыпаешься, ты пьешь воду. Вот. Если у тебя нет проблем с желудком, можно сделать, значит, на 2 литра воды столовая ложка меда и сок. Одна столовая ложка сока лимона. Сок лимона. Все это в бутылке хорошо всколотить. Пить эту водичку. Если будешь, ну вот 2 литра, это как минимум ты должна за сутки выпить этой воды. Минус 2 килограмма сразу у тебя уходит. И в течение дня, вот почувствовала ты, что хочешь кушать, выпила водички. Не надо много сразу пить. Там, ну сколько, полстаканчика. Если можешь стакан, стакан выпей. Вот, если нет проблем с желудком, то есть вот это мед и лимон. То есть вот эту воду пьешь, очень оно мочегонное. Будешь часто бегать в туалет. Вот, уходит 2 килограмма. И вечером, 8 часов вечера, ты уже можешь поужинать, покушать. То есть с 8 вечера до 8 вечера это считается сутки. Это очень легко, это нет стресса для организма. И ты можешь, ну конечно, не что-то там такое тяжелое кушать. Что-то легенькое такое, вот то, что, конечно, не сладкое. О сладостях вообще нужно забывать. Нет проблем, нет желудка. Отлично. Вот я тебе рекомендую не просто водичку, столовая ложка меда, столовая ложка сока лимона на 2 литра воды. Все это хорошо размешать и эту водичку пить в течение дня. И мед, он как бы немножечко забивает тебе голод и не так хочется кушать. Ну, единственное, я же говорю, будешь просто бегать в туалет. Оно мочегонное. Вот. Или просто воду. Ну, в общем, поняла. С 8 вечера до 8 вечера. Это считается сутки. И в 8 часов вечера ты можешь покушать. Все. Вот это раз в неделю. Разгрузочный день, очень легко, не напряжно. Комары летают. Слушайте, у меня комары просто съели. У нас 27 градусов тепла во Флоренции. Конец октября. Это вообще, конечно, жесть. Вот. Ну, я вот как бы один день в неделю тоже так делаю. Разгружаюсь. Так, тогда что можно съесть? Что можно съесть? Можешь скушать там вареные яйца, мясо, бутерброд там какой-то, овощи. Ну, то есть в любом случае ты можешь все, что хочешь, скушать. Единственное, что не сладкое, чтобы не было не сладкое и не, как их, не молочные продукты, там не творог, не сметан, не йогурт. Такого ничего. Какой-то салатик сделай, рыбку можно, кусочек мяска, там два яйца сварить или пожарить. Ну, вот такое вот что-то. Вот. Так, о чем это я? Все время сбиваюсь с мысли. Ну, и я вот хочу, короче, на 7 дней попасть в это состояние голода.
Значит, этот парень еще объяснял, что, ну и я очень много как бы смотрела видео, буду пробовать, спасибо за ответ. Это не за что. Очень много видео по поводу голодания. Я еще буду штудировать. Много информации я получаю не только из одного источника. Я ищу, я нахожу, я все сравниваю, я сомневаюсь, я где-то что-то корректирую под себя. Очень важно продержаться первые 3 дня. И после первых 3 дней голодания, Масяшечки, наш организм делает сам перезагрузку. А, я про свою аллергию говорила. В общем, я прыгаю туда-сюда. Вот. И когда я приехала в Италию, у меня здесь на какие-то цветущие растения, вот именно в мае и вот осенью, появляется какая-то аллергия. Вы знаете, вот здесь меня все краснеет. И вот такой зуд какой-то появляется. Я уже ходила в больницу к эндокринологу, я проверяла щитовидку, я сдавала все анализы. У меня все в порядке, все нормально. То есть ничего как бы не выявили. Но вот эти аллергии, они меня так мучают, потому что вот и сейчас я вчера мазала, у меня крем такой специальный есть, который мне очень хорошо помогает. Извините, снимает этот зуд. Вот. И вот я именно прочитала, что это чистка организма, когда мы чистим, все болезни идут у нас из-за нашего кишечника, из-за того, что он грязный, из-за того, что все скапливается, все токсины. И вот из-за кишечника появляются вот эти аллергии, псориазы и всякая вот эта вот ерунда. Ну, не ерунда, болезни, скажем так. Вот. И я хочу именно все вот это прочистить, свой кишечник, все-все-все, и посмотреть, как оно сработает в моем случае. Вот. Ну, самое главное, первые 3 дня будет и так, товарищи, не присоединяю никого в свой эфир. Первые 3 дня организм, конечно, будет стрессовать, привыкать. Но через 3 дня организм запускает свою программу именно перезагрузки, восстановления здоровья. То есть, если какие-то вот эти, как аллергии у меня, симптомы, если еще там чего-то, 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 какие-то вот такие хронические там болезни или еще что-то, у кого проблемы. Там, может, у кого-то есть геморрой, какие-то трещины. Все это идет, самовосстанавливается полностью организм после 3 дней, убирает все вот эти вот вредности, которые в нас живут и находятся. То есть включается программа самовосстановления нашего тела, нашего организма. Ну вот, парень этот еще рассказывал, что если не подготовиться к голоданию, то очень мучают головные боли. Ну, понятно, вся эта токсикация происходит, идет и по крови, и по всему, по всему. Но через 3 дня очищается кровь. Очищается все-все-все. Но еще очень важно, по моему мнению, как я считаю, вот здесь поработать над своим мозгом, задать себе, мы сами должны свой мозг включить на эту программу самовосстановления, перезагрузка. Избавляемся от всех своих болячек, которые мы наели, ну, за прожитые свои годы, так сказать. Вот. Ну, в общем, вот такие у меня как бы мысли посетили, вот такое у меня желание. Кстати, я вчера тоже бросила курить. Я 2 года не курила, потом, ну, в связи с этими всякими войнами в мире, со всякими нехорошими событиями,
Мне легче было. Я стрессанула и, в общем, в таком стрессе жила. Вот, закурила, закурила опять. Но я знала, что в любой момент, когда я могу сама себе сказать, все, я не курю. Вот вчера я встала, сказала. Ой, зависли немножко, батарея разрядилась. Я встала и сказала, все, я не курю, потому что я... Ой, а что тут у нас? Я не курю, потому что... Видите, фильтры пропали. Красивые глаза исчезли. Ну и хрен с ним. Я и так красивая. Я сказала, я не курю. Я выбираю здоровье. Я хочу быть здоровой, красивой, счастливой. А, да, кстати, еще очень важное для девочек, что хочу сказать. Когда вы голодаете, через 3 дня у кого есть целлюлит, целлюлит исчезает. Вот, но это нужно голодать именно 7 дней. Вот. Потом, значит, как выходить из этого состояния голода? Можно выйти за 7 дней, можно за 3,5. Я буду выходить за 3,5. Я вам все буду снимать, все видео и рассказывать потом. Не буду забегать вперед, как правильно выходить. Потому что... Понимаете, когда вы не будете кушать 7 дней, желудок сожмется. В организме все вот эти вот бактерии, все это выйдет, всякая фигня из вас будет выходить. А еще очень важно, этот парень сказал, откачивать желчь. И, кстати, у кого... Так, товарищи, не подсоединяю. Кстати, у кого камни в желчном пузыре, не рекомендуют заниматься голоданием. Ну, хотя можно советоваться со своим врачом лечащим и как бы уже решать, если врач как бы будет не против. Но я знаю, что именно голод вылечивает все болезни. Даже вот я отслеживала тоже вот некоторых людей, которые, у которых была даже онкология. Но там, конечно, голодание идет не 7 дней, а 40 дней. Вот почему-то 40 дней, и через 40 дней люди даже от рака вылечивались. То есть это настолько вот очень мощная, очень сильная программа, которую вы задаете организму. Вот. Так что, ну, вот так. Я хочу пока попробовать на вот 7 дней. Ну, вот такая тема у нас как бы была злободневная сегодня. Ну, не то, что злободневная, просто делюсь с вами своими как бы... Я не для того, чтобы похудеть, нет, у меня такой цели нет. Я просто хочу избавиться от аллергии. Курить бросила, хочу почистить полностью свой организм, перезапустить свои все программы правильные. Я выбираю здоровье. Ну, как-то вот так. Все, масяшечки, буду с вами на этом прощаться, потому что есть кое-какие дела. Потом нужно пообедать. Кстати, у меня сегодня автошкола. Вот. Вечером пойду заниматься. Уже 2 месяца я отучилась в автошколе. Мне очень нравится. Вот. Получается. Уже начала я понимать. Слава Богу. Ну, конечно, я, знаете, такая поверхностная. Все, вот хватаю все вот эти вот. Учу поверхностно. А надо вот сесть, выучить. Я заставляю себя, да. Ну что, дорогие мои, на этом заканчиваю мой эфир. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения, быть всегда на высоких вибрациях. Вы были в гостях у Таси, и с вами была Дольче Вита. Всем бай!